Приветствую вас, дорогие друзья! Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать колокольчик, а мы начинаем! Звезда фильма «Усатый нянь», актер и руководитель театра «Луны» Сергей Проханов признался, что остался без семьи. В студии программы «Судьба человека» артист рассказал, почему его брак рухнул, и дал совет ведущему Борису Корчевникову, который уже собирается стать родителем. Сергей Проханов был женат на внучке сразу двух маршалов Советского Союза, Александра Василевского и Георгия Жукова. Супруга Татьяна подарила артисту двоих детей, дочь Настю и сына Антона. В студии ток-шоу «Судьба человека» он вспомнил о бывшей возлюбленной. «Познакомились мы, когда ей было 16 лет. Мы 2 года встречались, прежде чем пожениться. За ней еще тогда следила КГБ», — смеется Сергей. Проханов признался Корчевникову, что после съемок в фильме «Усатый нянь» на него свалилась всесоюзная слава. Женщины со всей страны присылали письма с признаниями в любви. По словам Проханова, супруга никогда не устраивала ему сцен ревности. «Жена никогда мне ничего не предъявляла. Вот это большое было очевидное качество. И как-то получилось, что мы расстались. Хотя мы очень любим друг друга до сих пор», — сказал артист в программе «Судьба человека». Артист отметил, что так и не смог наладить личную жизнь. Уже 20 лет он живет один. Проханов объяснил ведущему, почему развалился его брак. «У всех бывает такой период, когда бес в ребро. Я начал строить театр. Я стал приходить поздно домой. И как-то получилось, что уже не до любви семейной. Я добился своего. А потом какая-то другая полоса пошла. Я жалею, что расстался с семьей, я жалею об этом всю жизнь», — рассказала звезда советского кино. Посоветуйте эту гениальную формулу общения с детьми, которую вы воплотили в фильме «Усатый нянь». «Не все могут, тем более я сам собираюсь стать отцом», — внезапно поделился секретом Корчевников. «Главное, семья должны быть в тебе. Если семья будут у вас, значит вы семейный человек, и у вас будет все хорошо», — улыбнулся гость программы «Судьба человека». Спасибо за просмотр. Ставьте лайк и подписывайтесь. До встречи!